Добрый день. Постоянный зритель моего канала помнит, что не так давно был анбоксинг спиннера компании Chima Fungi. То есть спиннер, который совмещен с кубиком 3×3×1, так называемый флоппи куб, который был полноценный, полнофункциональный, то есть полностью заменял обычные флопики. У меня есть от компании Cube Twist и от компании YJ. Да, это они. То есть полнофункциональные флопики. Были такие, да. Я еще говорил, что это единственный спиннер, который достоин внимания. Но он казался не единственным. Вышел еще один. Это спиннер компании LanLan. Вроде как был. Но на упаковке почему-то написано Fanxin. Хотя в магазине продавался как LanLan. Ну, не знаю. Уточним. Заказывал LanLan. А здесь вот крупненько. Fanxin. Ну да ладно. Что у нас написано? 1×3×3 куб. One or куб. Ну, и finger spinner. Давайте откроем, да сравним. Благо сравнивать есть с чем. Заклеен скотчем. Так. Ну, упаковочка, конечно, попроще. Не как у Чеи. Хотя картонка сама красивая. Здесь что у нас? Пластиковая форма. Крышечка снимается. Спиннер достается. Крышечка выбрасывается. Выглядит, конечно, интересно. Сравним по размеру. Ну, спиннер от компании Fanxin или LanLan, скорее всего, Fanxin, значительно больше. Как бы очертания, вот эти вот остренькие углы, у нас повторяются, но здесь сделали вот такие вот ребрышки острые. Он даже крутится. Крутится гораздо шумнее. Ну, чьи, естественно, вращение было более благородное. Так, посмотрим, является ли он полнофункциональным флопиком. То есть полнофункциональный должен вот этот элемент сейчас повернуться. Ну, либо он не полнофункциональный, а нет, он полнофункциональный. Просто тяжело поворачивается. Да, он вращается. Вращается со скрежетом, с дребезгом, но вращается. Расцветка. Давайте посмотрим. У Чии была стандартная чаишная расцветка, как у всех кубиков от Mafang. Да? Белый, красный, зеленый. Здесь. Белый, красный. Ну, цвета такие какие-то. Более детские, как мне кажется. Ориентирована на более младшее поколение. Что-то вот так вот все тут дребезжит, если мы возьмем. А, ну тут тоже что-то было. Ну, гораздо более погремушечная версия. Но я ценю вращение, как спиннера. Вращается. Ну, издает какие-то дополнительные звуки, если переворачивать. Он гораздо тяжелее, чем спиннер от Чии, поэтому, возможно, будет вращаться дольше. Ну что, забавная безделушка, ну, которая все-таки сильно проигрывает спиннер от Чии, поэтому не очень советую ее приобретать. Так, для коллекции вполне подойдет. Я больше не стану покупать флопики-спиннеры. Мне хватит и двух. Хватило мне даже и одного. Все равно его не кручу. Ну, что-то вот за компанию я купил и этот. Просто форма более интересная.
Кстати, у него тут центр как бы из праймари пластика. Да, вот такой светлый, очень похож на неокрашенный. Там внутри где-то должен быть подшипник, но отсюда его не видно. Ладно, все на этом. Всем спасибо, всем пока.